Сейчас я вам продемонстрирую, что действительно можно в телефоне, где вот такой вот имеется слот на две симки и карту SD-шную, можно использовать одновременно то и другое. И причем без всякой склейки, там некоторые берут сим-карту, приклеивают к флешке. Это такой геморрой, как посмотрел в интернете, у меня просто волосы дымом поднимаются. Вот видите пирог, да? Я сейчас его буду вставлять. В этом видео, конечно, всех секретов не будет, потому что видео отснято и на монтаже уже. В следующем видео я вам расскажу обо всех подводных камнях. Сейчас просто демонстрирую, что все это дело работает. И в ближайших видео я вам покажу, что это действительно работает. Вот смотрите, у нас две сим-карты определились, МТС и Теле2. Дальше, если мы опустим шторку, зайдем в хранилище, то мы также увидим, у нас появилась карта SD-шная на 4 гигабайта, видите, да? Память телефона. И также у нас две симки. Если мы заходим сюда, у нас МТС Теле2. Вот набираем звездочка 100 решетка. Посмотрим, сколько денег на МТС. 2081 рубль. И сколько денег у нас на Теле2. Звездочка 105 решетка. Теле2. Все функционирует нормально. Хочу вам сказать, что подводный камень есть, и там два нюанса есть. Скоро покажу вам. Ну, пока на канал подпишитесь и лайк этому видео, и комментарии пишите, потому что от этого зависит. Я буду видеть, действительно ли вам это видео надо или нет. Если будет много комментов, лайков, просмотров, это видео будет первым на месте, которое у меня запланировано выпуск из следующих видео. Все, пока!